Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения школы в Урмарском районе. Часть 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что ответственные лица при проверке готовности школы к учебному году не выявили признаки нарушения целостности конструкций. Указанное бездействие подвергло постоянной опасности жизни и здоровью учащихся и работников школы, а также повлекло причинение крупного ущерба администрации Урмарского района на сумму более 7 300 000 рублей. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил провести тщательное обследование всех школ и детских садов, построенных в советское время. Необходимо выявить всевозможные недостатки, а также решить вопрос о реконструкции тех образовательных учреждений, которые имеют износ более 50% и представляют потенциальную опасность для обучения. В сельской местности у нас малокомплектные школы, где-то 50% школ вообще пустуют. Если нужно закрыть отдельные помещения с учетом предаварийной ситуации, их лучше закрыть, понимаете, нет? И не надо их топить, не надо их использовать. Типовые проекты, которые были, они советского периода, они все типовые проекты, они одинаковые. Вы должны, соответственно, наработать там 3-5 типовых проектов по модернизации этих школ, по тем помещениям, где на самом деле они представляют опасность для детей, для учителей и для тех, кто пребывает вообще в этой школе. Прошу, вот это мое поручение, значит, начиная уже с сегодняшнего дня, взять на вооружение, создавать соответствующие комиссии, контролировать, координировать работу по созданию этих комиссий в муниципальных образованиях.